Дорогие друзья, по сообщению одного из российских телеграм-каналов нам стало известно о том, что сегодня рано утром прямо из торгового центра, который расположен в центре Москвы, в больницу был доставлен бригадой скорой помощи известный советский российский киноактер Алексей Серебряков. Он находился там со своими друзьями. В какой-то момент актеру стало плохо, и он начал терять сознание. Друзья сразу же обратились к службе безопасности, которые вызвали бригаду скорой помощи. На данный момент Алексей Серебряков находится в больнице. Его супруга сообщила о том, что сейчас она отправляется в больницу для того, чтобы узнать подробности, после чего обещала нам рассказать обо всем более подробнее. Ждем продолжения, друзья, этой всей трагедии. Мы все сильно переживаем за Алексея Серебрякова. Будем надеяться на то, что врачи окажут ему помощь, и с ним все будет хорошо. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости, друзья, и до скорой встречи на нашем YouTube-канале.